Кстати, знаешь, что я видела на пробежке? Горячих мужчин. Они везде. Париж просто кишит мужчинами. Наверное, я просто так зациклилась на Габриэле и Альфе, что забыла, каково это быть одной. Так ты не Саша? Она, так сказать, приоткрыла для тебя дверцу к Габриэлю? Мужчине, у которого будет ребенок от женщины, которая любит другую женщину, я об этом знаю. Любые отношения не идеальны. Серьезно? А их разрыв обсуждает весь интернет. Ты выносишь на публику всю свою личную жизнь, и теперь это влияет на мой бизнес. Да, но кто же мог знать, что все лопнет, как воздушный шарик? Уладь это. Альфи, мы должны поговорить. О, боже мой! Пожалуйста, можем поговорить? Дай мне больше времени. Вина. Вы очень вовремя. Чин-чин. Эмили, ты влезаешь в мои дела в последний раз. Да, так и есть, потому что я не бегу от ответственности. Тошнит уже от ваших секретов. И меня тоже. Может быть, я могу быть разной. Может, я устроена немного сложнее. Эмили, да кто ты вообще такая? Я прожила в серой зоне всю свою жизнь. Но, честное слово, не думала, что ты в силах это понять. Я стараюсь. Я думала, все закончилось, но они оба мне так дороги, хоть и по-разному, и теперь... Не заморачивайся. Мне нужны границы. Ты же не думала, что она далеко от него уедет. Я пообещала себе быть открытой для любых возможностей. И кажется, это именно то, что нужно.